В одном таком чемоданчике помещается все, что нужно фельдшеру на выезде, чтобы оперативно провести диагностику состояния здоровья пациента. Здесь и термометр, и глюкометр, пульсоксиметр и тонометр. Все эти устройства объединяет специальное программное обеспечение, установленное на планшете медика. Фельдшер снимает показатели, и они в режиме реального времени загружаются в программу. На какие параметры здоровья нужно обратить внимание, обозначают цветовые индикаторы. Дальше вся информация оперативно поступает другим специалистам, и уже они продолжают онлайн-консультацию. Заболевшего. Цифровая экосистема – это коммуникация врач-пациент, с помощью которой медик сможет быстрее среагировать на изменения состояния здоровья больного и провести корректировку терапии, телемедицинскую консультацию или вызвать скорую. Уникальный чемоданчик сейчас одна из главных разработок ученых Самарского медуниверситета. В планах полностью обеспечить кейс устройствами собственного производства. На текущий момент мы разрабатываем собственную линейку устройств. Это сет-фарендоскоп, который уже сейчас разработан, он уже в принципе полностью готов, мы начинаем его регистрацию как медицинского изделия. Также дальше мы идем в сторону разработки, и уже у нас есть опытные образцы своего тонометра, своего спирометра, и дальше мы начнем разработку своего собственного глюкометра. Еще одна разработка университета, аппаратно-программный комплекс «Пирогов», уже помогает обучать студентов Самарской области и многих других регионов. Это устройство выполняет функцию анатомического стола. На нем будущие медики могут, не посещая морг, изучить тело человека, все его органы, сосуды, нервы, протоки, лимфатическую систему. Каждый орган можно детально рассмотреть и даже сегментировать на отдельные составляющие. С помощью стола Пирогова можно обучать как нормальной анатомии, так и патологической. Иногда нужно посмотреть расположение, например, какого-нибудь позвонка, я образно сейчас скажу, да? Мы можем выделить? Вот, пожалуйста, вот он так выглядит просто по отношению к человеку. Многие из разработок медуниверситета уже стоят на вооружении специалистов не только нашего региона, но и других. Устройства пользуются популярностью и у зарубежных партнеров из Таиланда и Арабских Эмиратов. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.